Здравствуйте. У меня в руках книга, которая вышла около 30 лет тому назад. Ее автора звали Олег Сократович Бырдин. Он так и не подержал в руках эту книгу. Его не стало за год до ее публикации. Но ему было очень важно рассказать про то, про что эта книга написана. Рассказать честно и без прикрас. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».